хочется, чтобы такие центры были не один в городе, а как минимум один в каждом муниципальном образовании города Нижегородской области. И очень хочется, чтобы такие вещи, как лаборатории безопасности, передвижные офисы лаборатории безопасности, для того, чтобы именно в игровой форме доносить до ребятишек то, как важно соблюдать правила дорожного движения, были в каждом муниципальном районе. Что такая лаборатория появилась, это прекрасно. На одной лаборатории на территории гигантского области нет. Поэтому будем заниматься тиражированием работы, методологией, для того, чтобы реально снижать травматизм среди детей и взрослых.